сегодняшний момент якутская физика состоит из подразделений, которые располагаются не только в городе Якутске, но и имеют филиал в Мирном, в Якутске. Мирных работ по обустройству двух центральных улиц и центральной площади. Помимо земляных работ была проведена отсыпка долевитым камнем в объеме порядка 1000 кубометров. И в итоге сейчас это полноценная дорога, на которую можно стелить сверху асфальтовое покрытие. Основные социальные объекты и жители мы будем снабжать водой с наших очистных сооружений. Сейчас это делается, и собственно детский сад и школа получают воду уже очищенную. Вы очень подробно рассказали о диалоге, связанном именно с водозабором. Скажите, пожалуйста, когда были проведены это общественное слушание? Я не просто так задаю этот вопрос, потому что я думаю, на памяти всех якутян, известных флешмоб, которые проводили жители Ватобинского наследия, как раз именно в защиту своего водозабора. Позвольте, первым пунктом мы прозвучавшие из уст Константина Васильевича предложения. Мы должны подумать, я не говорю о том, что вы должны им платить, да нет, но надо продумать, какие меры надо сделать так, чтобы, наверное, в том числе и психологически, и так далее, моменты, чтобы каким-то образом авторитет, особенно наших работников традиционных отраслей, поднимать. Акционерная компания «Алроса» построена и введены в эксплуатацию социальные объекты в городах Удачном, Мирном, Брянске и Курске. С 2007 года акционерное общество «Сургутнефтегаз» оказана благотворительная помощь в сумме 1,3 миллиарда рублей. У нас участвовали 9 промышленных компаний, 27 районов, это все проходило в режиме видеоконференц-связи. Также у нас подключалась город Москва, это депутат Госдумы, эксперты Госдумы и так далее. И были 41 участник в городе Якутске, у нас на самом мероприятии это общественная организация Коминтерна Севера и органы исполнительной власти.